Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Сегодня представляю вашему вниманию циферблат южнокорейского разработчика. Вот так выглядит режим АО данного циферблата, или режим «Экран всегда включен». Данный циферблат будет доступен бесплатно со 2 по 3 апреля, включительно по Гринвичу. Вот так он ярко, как говорится-то, информативно выглядит воочию, когда мы с вами его включаем. Что мы, значит, с вами здесь видим? В самом верху мы с вами видим 13-ю неделю 2021 года и 91 день 2021 года. Здесь мы видим, что написано формат 24-часовой, а также будет отображаться 12-часовой, если у вас будет это настроено на вашем смартфоне. Здесь мы с вами имеем заряд батареи и шкала заряда батареи включительно. Здесь у нас секунды, часы, минуты. Далее мы с вами поехали. Мы с вами видим здесь, что 21 год, 4 месяц, 01 и четверик, пожалуйста. Мы видим с вами также сердцебиение, этажи, 6 этажей у меня, а также пройденный мой путь в километрах. Здесь мы видим сожженные калории и график до прохода цели. Я еще как бы ее до конца не прошел. Здесь мы видим сожженные калории и натопанные шаги мной сегодня. 7747. В принципе, вся информация, которая может быть или нужна будет нам, она здесь есть. Далее я с вами покажу, сколько есть топ-зон. Во-первых, 4 есть топ-зоны, которые кастомные. Они настраивают самостоятельно на ваше усмотрение. И они обозначены вот такими плюсиками. А также есть встроенные зоны, которые тоже открывают очень много полезных функций. Первая топ-зона, которая действительно мне очень нравится и есть у этого разработчика в каждом циферблате. Если мы нажмем вот сюда поверху, то открывается менеджер запущенных приложений. И здесь вы можете выбрать любое приложение и запустить его сразу. Вообще спасибо ему огромное за такую вот топ-зону интересненькую. Дальше, если мы с вами нажмем на часы, открывается будильничек. Следующая топ-зона открывает у нас календарь. Еще одна топ-зона у нас открывает, пожалуйста, нажали здесь, открывает шаги и пройденные этажи, которые доступны сейчас Samsung Здоровье, пожалуйста. Еще одна топ-зона нам доступна здесь. Это настроечки. Если мы нажмем, пожалуйста. Еще одна топ-зона открывает Samsung Здоровье. Это вот здесь. И топ-зона на батарейке, которая просто показывает заряд батареи, если нажать на 100%. А те зоны, которые отмечены плюсиками, настраиваются очень просто. Нажали на этот плюсик, он открывает нам, значит, менеджер или меню приложения. Выбираете то приложение, которое вам нужно, и потом оно открывается по нажатию на него. Чтобы переделать это все, нажимаете на этот крестик дважды и задаете новое приложение. Также на этом циферблате доступна смена цветов. Нажимаем дважды на минуты, и, как вы видите, у нас меняется цвет, цветовая гамма основных показов данного циферблата. Ну и думаю, что вы найдете, как говорится, себе что-то интересное из этой гаммы. Ну вот такой вот интересный циферблатик, который будет доступен бесплатно, как я уже сказал, со 2 по 3 апреля по Гринвичу включительно. Поэтому скачивайте, ставьте 5 звезд, пишите комментарии, ставьте лайки и все остальное. Вам же напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал. Пока, до свидания и до новых встреч.